Китайские инвесторы готовы вложить средства в развитие восточного Казахстана. Особенно их интересует сфера сельского хозяйства, горной металлургии и туризма. Об этом делегаты Синьцзянь-Уйгурского автономного округа сообщили во время визита в Усть-Каменогорск. На встрече с гостями местные предприниматели рассказали о своих проектах, обговорили детали сотрудничества. С участием китайских бизнесменов, отмечу, в области уже работает около 50 предприятий. Для дальнейшего укрепления партнерских связей стороны подписали дорожную карту сотрудничества. Теперь в регионе совместно планируется осуществить более 30 проектов, например, по переработке меди. Из нее в регионе будут выпускать изделия для крупнейшего в мире производства трансформаторов, расположенного в Китае. Отмечается, что все проекты будут выгодны обеим сторонам. Допустим, переработку меди, которая продукция здесь, переработку древесины здесь, строительство в разной сфере здесь, в вашей области. Они хотят у нас покупать медь с тем, чтобы совместно выстроить не просто поставку меди, а уже конкретные конструкционные детали, элементы и до кабеля высоковольтного, которое нужно для их потребностей.